деревни, которой нет на карте. Это речка тут, смотри. Речка, 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 ручеек. Вот так вот и поворот. Вот откуда поворот идет. Да, это все была река. Так представляешь, сколько воды-то ушло. Это все река была. Крутой. Деревни, которой нет на карте. Мне так она понравилась. Ее даже вот сейчас смотрела, ее нет на карте. Там детки на качеле катаются. Вот тут первый домик. Дошли мы к знакомым, к Елене, которые 6 брали. Вот она вот так вот красиво расписывает. Мало того, что... Кстати, это глиняные старые горшки, что ли, кружки, да, старинные? Да. Посмотри, какая красота. И дом расписала свой. Я стояла, глаз не оторвать. Сейчас заснимем дом. Угу. Рисуют, раскрашивают на заказ. Вот так вот расписан дом. Красиво. Слушай, вообще балдеть. Ты рукодельница? Нет. Ты училась? Нет. Нет? Давай с той стороны. Если это ее свой дом, вот времени пока, говорит, еще нету с хозяйством. Так что желающие, кто может расписать. Ну, понятно, что не бесплатно. Ты один дом расписывала уже, да? Да. Вот. Очень красиво, очень красиво. Ну, ты посмотри, какая красота. Посмотри вот на картинке. Это ты так смотришь, что тебя приелось. Ты посмотри. Да. Прелесть. Холодно. Деревушка давай такая. Все, слушай, мы вот когда ездили за козой, у меня там было видео тоже, мы проезжали такая деревня, обалдеть, тут деревня, тоже далеко-далеко, далеко. Такие старинные дома. А вот у нас дом, посмотри, какого года, идем тебе покажу. Сейчас я подожди, саму эту. Курочки гуляют, электричество, подстанция, все есть. Вообще тут шикарно. Вот такой дом. Слушай, старинный-старинный. И там наверху, здесь это написано, 1891 год. А это 1900. Так, слушай, а этот еще раз, это 1914 это год. Сломали. Они сами ломали этот дом. А здесь еще живут. Это продали этот дом, да? Нет, тут построили другой домишко. Дальше, да? Такая. А вот этот деревушка, которая... Слушай, нет на карте. Я смотрела, нет на карте ее. В Яндексе нету. Чуркина, в общем, помещик какой-то. Вот в этом? Да. Он имел кирпичный завод. Здесь же глина у нас. Здесь... У Олега прадед кирпичный завод имел. В Курбе. Ну, это вот, вот в этом, сказать. Да? Вот этот вот помещик жил там, да? Ага. Да, Лёшкин, он как Лёшкин. Ну, стиль горел за все время, с того года. Почему? Он какая, а она, и лампочки, а как подстанция. А глубинки и проведено, это хорошо электричество, да? Такая прекрасная деревушка, я в нее влюбилась. Эта деревушка красивая. Этот дом рассыпался. Да. Смотри, какой старинный дерев, да? Ну, 1891 год. Ну здесь, смотри, хорошо, насыпи везде, да? Он говорит, здесь говорит, продали поле вот этим каким-то новорусским. Ну и чего они хотят делать? Вот такой. Так эти новорусские-то вот дорогу-то вот эту и сделали. А, тут его, говорит, нет. Посадили, говорит, которому продали. Спасибо, говорит, бандитам, говорит, теперь хоть ездим по дороге. Ну, что, выйдет? Что-то, может, подставили. Вот. Накоряки валяются. Вот что, ну что здесь можно сделать? То какой-нибудь... Очень-очень красивая деревушка. Еще с другой стороны речку снимем. С той стороны снимала, вон она какая речка. Слушай, так-то чистенькая, да? Берега-то у нее не заросшие, ничего. Но поджигают водопад.
ту спуск под... Это вот, вот этот вот спуск подъем, это и была река, да? Ну, мне далековато, да. Деревушка. Красивая. Ну, в смысле красивая, она какая-то уютненькая такая. Русская глубинка.